Давай ты, Зои, возьмешь вот эту штуку, наверное. Я не понимаю, о чем ты. Какую вот эту штуку? Так, ладно, держи. Что держать-то? Шарик держи. В чем тут Зоя тогда? Потому что до этого была Зоя нужна. А если я сделаю так? Ага, проводит электричество. А как мне тебя тогда переправить сюда? Теперь подержать шарик самому? А я не достану до туда. Но если только вот таким же способом, как ты? Ну, так же, да. Только единственное, что вот ты шарик уронишься, то она отломается. Отломится. Ага. А по-другому никак, Саш. Держи. Держи. Давай, давай. Как-то низко получилось. А ты с кубика делал? Я выше вроде был. Я в прыжке делал. Но ты сейчас не поставишь. Ее надо снести и потом в прыжке ставить. А как ее снести? Ударить понтием, например. А так? Ну или так. Интересно, может, это электричество как-то можно выключить? Я не знаю, сейчас я пробую допрыгнуть. Там кнопка наверху, что ли? А, подожди, она здесь не ударит током. Здесь нет. А, вон оно что. Да. То есть это проводил шарик именно. Да. Угу. Это нам показали, что мы здесь кубик не можем поставить. Нас током будет бить. Ты бы сказал Тати мне? Кубик он там ставит. Да я же просто проверил. Нас там ждут. Да? Вверху. Запрыгивай. Ой. Опять внезапно атаку мне испортил. Да ладно. Мне показалось, там был пол. О, не-не-не-не-не. А зачем? Не знаю, если кого-то забыли, да. Сюда Катушка. Надо электричество довести. Катушка, да. Ну, хотя понятно, каким образом, но... Ничего себе. Да блин, ты чего отцепилась? Она не фиксируется, понятно. Да не, так не получится довести, как я думаю. Не цепляется. А, нормально. А, куда? Куда? А! Что там, нычка? Не знаю, меня туда выдавило. Попробуй запрыгнуть через shift. Ага, через shift. В смысле через shift? Ну, по-другому не запрыгивает. Shift'ом там... Да-да. А. И все. Нет. Нам сюда надо подвести электричество. Я понимаю, но удержать это дело нужно как-то аккуратно. А, ну можно подвесить что-то, понимаю. Кстати говоря. Поставь мне один кубик. Нет, наверное, нет, не надо. Иначе мы не доведем тогда электричество. Нам два нужно будет, да? А так током ударит, если тут висеть здесь будет. Как-то сложно очень выглядит, нет? Не уверена, не знаю. Доску, она подлиннее получается. Все равно не должно хватить. Не достает? Ну вот, зарядил. Что, неужели вот так хватит? О, хватает. Я даже живая. Все, можно убирать.
Я был уверен, что не хватит. Безопасно, безопасно. Фу. Ах, там наверх можно было запрыгнуть. А, там нужно было запрыгнуть. А вот это сверху. А что произошло? А почему ты уехал? А потому что она ее перекашивает. Понятно. А вот так она не уедет. Больно. А как вот эту взять? Подожди, луч, не падай. Луч, попробуй. Луч. Нет. Да-да. Ну луч, а слева, видишь, штука лежит. Ну. И что? А луч что нам дал вообще? Что мы вот включили сейчас? Воздух чистый пошел. Ага, безопасный, да? Хотя нет, там электричество внутри какое-то. Или это просто потоки воздуха? Это кажется, не знаю. Там у третьей трубы нет решетки на выходе, может, нычка? А. Во, все. Угу, спасибо. Падаем. Кажется, мы падаем. Пойдем вниз. Сложись. О! А, я пошла обратно. Пошла обратно. Так, а вот эта вот штука, по-моему... Да, там вот слева такая же штука, но вроде ничего не происходит, когда... Прыгаю или бью. Подозрительно. Это ваше. Непонятно что. Кубиком приморозить можно попробовать. Слушай, это же железяки. Не, не морозится. Ну да, не морозится. Ну ладно. Рычаг. Опять электричество. Угу. Направо. А вот катушка. Понятно. Доски нужны. Да, но надо как-то одну доску закрепить так, чтобы... То есть здесь две доски нужны. Сейчас. А, ну, кстати, да, точно. Давай, попробуем. Да-да-да. Ну, короче, надо четко соединить, а не так. Хватает, а. Сейчас. Они просто неровно лежали, поэтому... Конструктор Лего. Тяни. Ха. Чуть-чуть не хватает. На расстоянии нужно. Тогда план Б. А вот эта штука, ну-ка, проводит электричество, кстати? Дай свою досочку. Ну, ну, аккуратней. Ну, аккуратней. Но я один не могу. Что мне сделать? Я же не могу угадывать мысли. Скажи, что мне сделать. Мне надо привязать доску к этой штуке. Угу. Зафиксируй только ее на В. А, мне надо как-то наверх тогда. Сейчас, секунду. О! Ну-ка, попробуй тогда вторую доску. Супер,
Интересно, а по-другому как, если этой штуки не было бы? Понтим как-то отразить, может, можно было бы. Что отразить? Электричество. Электричество? Ну ты переоцениваешь возможности понтия. Да ладно. Точно тебе говорю? Лазерные лучи он умеет же отражать. Какая там опасная штука справа от тебя. А что? А, понятно. Что сейчас будет? Ждем остальных игроков. Нет, подожди. Я еще не готов. Еще поиграемся? Нет. Везде понаделали вот этих люков квадратных. Ладно, пойдем. Is this thing on? Микрофон работает? Прием, прием. О! Вы нашли наш штаб, гнусные хулиганы, но мы не намерены предоставлять вам аудиенцию. Что это значит? О нет, мы падаем. Корабль падает? Так как магия тройки не дарует вам способность воскреснуть после трагического крушения дирижабля, полагаю, нам пора попрощаться последний раз. Эй, но ведь это бессмысленно, вы просто упадете вместе с нами. Они уже на другом, наверное. Скорее всего, да. А, вон они. Ага. Нет? Что ты пытался сделать? Агнес, Агнес, Люций, Юлий. Как же мне вернуть вас? Да ладно! Аларм! О, надо эту штуку. Блин, не успела, ладно. О, здоровый! Что происходит? Почему я не могу? О. Не успел. А, вон оно что! Саш, сейчас можешь? Не могу. Меня тут зажимают к краю постоянно. Все, я жду. Что мне сделать? Там бочку я кинула. Вот этого люка... Да-да-да-да. Бочка просто... А, нет, все хорошо. Больше бочек нет, к сожалению. Нужно что-то сделать. Корабль падает. Нам нужно найти двигатели и починить их, пока эта штука не грохнулась на землю. В машинное отделение. Бежим! А тут ничего нет? Не знаю. Подожди, мы не спешим. Мир рушится. Должны же тут нычки быть? Нет, тут нычек, ладно. Пойдем, мы спешим. А зачем? Почему мы умрем, если тройка... Я не понял вообще, как это работает. Нам вот сюда. Мы же бессмертные. Я не знаю. Я думал, от любой смерти. Почему в дирижабле мы умрем насовсем? И она нас не воскресит. Используйте рычаг. Рычаг используйте. Мне кажется, говорит. Он обманывает нас. Так, вот здесь могут быть нычки всякие. Багаж, багаж. Что-то всякое падает навстречу прям. Опа. Это что, утка? Не понял, внезапно. Следы огненных шаров. Их держали здесь. Глянь, оставили ли они послание или еще что-нибудь полезное. А мы тут будем высматривать механических... Я быстренько. Что? Разработчики стебутся? Ну да, зона для поиска. Мощная обилка. Амадей пробирался все глубже в трюм летящего дирижабля. В поисках какой-нибудь подсказки, куда направляются злодеи с его детьми. Просто дирижабль падает, модель такой. Ну ладно, я сейчас схожу, а мы посидим тут, подождем. Это странно. О. Я взяла. Ага. Ой.
Да все нормально. Багаж надо взять с собой. Он теперь так и будет скатываться? Может, тут прикол в том, чтобы его довести? Смотри, там слева надо взять что-то. Да. Надо лифт увести, значит. Вот этот. И внизу палку поставить. Рано, да? Давай. Снимаю. Вроде стоит. Все, можно спускаться. А пройти-то туда как? Тебе нужно было самому туда пройти и взять. Я багаж держу. Кубик поставь, чтобы не уехал. Все? Да. А там вот наверх, интересно, можно пройти как-то? Ну-ка, что у нас там, кстати, по... Ладно, не буду сейчас тратить. Скорее всего, дадут какую-то прикольную обилку, но не буду ее прокачивать. А как мне туда забраться-то? Вот уехали с этой штукой, а я-то теперь... Вот эта штука, вот она. А-а-а. Наверх нужно, да, вижу. Там бутылка зеленая. Наверху. Сейчас. Не могу. А что ты пытаешься сделать? Кубику? Ну. Собачить. Ну что? Ну я пытаюсь кубик отодвинуть, выдвинуть, чтобы. Куда выдвинуть его? Вот сюда, влево. Так тут вот упор. Вертикально вот этот. Я понимаю, нет, не получается под него подсунуть. Он шевелится, как бы, порт этот. Нет? Да, не вижу. А, вот. Вон оно что. Пускай. Я не вижу, что там рычаг. Ну, в смысле, перекладина. Нам наверх надо забраться, да? Да, нам наверх. А как это сделать? Под углом, если только. Вот как-то... Да, закрепить сейчас, подожди. Пусть отъезжает, пусть. И снизу. Запрыгнуть на него, да, нормально все. Вот этот подальше поставить, Саш. Слезь с этого кубика. Вот смотри. Ё-моё. Бери багаж. Вот отсюда сможешь запрыгнуть. Ну да, могу. А нам сюда и нужно, обоим причем. Да. Хотя нет, вправо. Что-то там не пойму. Нет, там вряд ли. Ой, а там пропасть? Да. Там же кубик выдвигали, чтобы перепрыгнуть. Тебе видно? Нет. А то у меня камеру просто сдвинули. Кубик под тобой. Подо мной прям... А, все, мне его не видно было просто. Просто придержи его где-то посередине. Ты так не сможешь. Тебе надо будет прыгать. Спрашивается, если кооператив на два экрана сделали, зачем камеру так отбирать постоянно? Угу. Ну, то есть я понимаю, что отчасти сделано, чтобы можно было видеть, что происходит. Я вернулся. Все хорошо. Что дальше? Ты мой багаж не убей, пожалуйста. Не трогай багаж. Я его аккуратненько смотри. Да-да-да. Оп. Ну не очень, больно, поход снова. Поймала. Это я поймал. Ну я тоже ловила. Что дальше-то? Кстати, а здесь сверху не перекрывается. Куда там прыгать? Вот я не вижу. Держи. Там рычаг вот, я вижу справа. Я пожертвую собой. Держу, держу. Не держишь. Ну потому что вот ты отпусти сначала. Потом я буду держать. Но я же над головой его держал, поэтому... Ага. Нам раскачаться надо.
Нет. Вообще ничего не происходит, что ли? А зачем он нужен? Странно. Вдвоем, что ли, нужно? Может, тогда привязать здесь надо было? Нет, подожди, я не могу же. Во. Во. И как его представить? Обратно. А, внизу взять каким образом? Да. Нужно прикрепить, наверное, доску. Она к краю, интересно, закрепится или нет? Да. Ты можешь у меня забрать свой багаж? А! Я поймала. Я поймала. Блин. Вот же... Вот так вот сейчас поставить. Все. Так, аккуратно, у нас... Там еще две. Офигеть, там... А как? Так нам и нужно вниз, что ли? Я не пойму. Нам и нужно вниз, а не наверх, получается. Да. Держи багаж. Так, допустим. А. Багаж держу хотя бы. Зачем ты прыгнул? Ты поехал, я в панике. Я думала, я допрыгну. Саша, вместо того, чтобы меня хватать, багаж хватает. На тебя-то я не могу хватать. Ну ты даже не попытался. Я, мне кажется, на инстинкте попыталась все равно. Инстинктивно тебя подхватывать. Ну ладно. Я поехал. Недалеко. Наверх, врача. Забери свою уже сумку. Слушай, надо было наверх нажать точно. Да. Давай. Включай. Держи. Давай. А как? А я тоже хочу туда. Уезжает! Ты мой багаж убила. Давай быстрее. Ну, я же не думала, что... Я думала, ты меня сейчас Иди. Поднимешь. Все. Спасай уже. Спасай багаж. Вот он стоит. О, хорошо. А ты, главное, раз и обратно его включил. Опа. Не понял. Давай-ка еще раз. Доску. А, то есть тебе надо встать там и держать, пока... Нет, погодя. Сейчас разберемся. Нет, я не могу там. Да, тут доску надо, получается. Сейчас. Ой, как неудобно-то. А как я тебя поднимать? Одну доску, вот? Получается, забирай правую. А ты допрыгнешь потом? Ну, постараюсь, у меня вариантов нет. А, она не просовывается. Вот так вот. А, а ты кубик, так как... Кубик, значит, надо сюда. О, да. Только ты сначала убери доску. А то меня убьешь. Ага. И как это тебе поможет? Теперь прыгивай туда и рычаг нажимай. Ты думаешь, все-таки это для... Ну, да. ...платформы? Ну, почти. Неловкая пауза. Это была месть, да? А при чем тут месть? Вот скажите, я тут при чем вот сейчас, то, что ты упал? Ты выключила, там поток воздуха включался. Я ничего не делала вообще. Ты рычаг нажала, там включился поток воздуха. Я на него прыгнул, ты его выключила. Я его не выключала. Он сам выключается, видимо, я не знаю. Не стыдно вот человеку? Видишь, он обратно сам уезжает. Конечно. Вы видели, что он делает, а? А тебе не видно было поток воздуха этот? А что бы я сделала-то? Я не поняла вообще. Ну, держать рычаг. Откуда я знала, что он выключится-то? Бессовестно вообще. Ну, да, у меня, к сожалению, не развиты способности в ангаване. Точнее, наоборот, развиты. Почему у меня-то должны быть развиты, а у тебя не развиты? Thank you.
зачем эта доска нужна тут у нас? Я не очень понимаю. Не знаю, она просто закрывала. Странная. Сейчас, отойди. В какую сторону? Куда-нибудь, просто отойди немножко. Это их держали тут, кстати. Комната та, да? Похоже, похоже, да. Вот купол с той стороны заходили. Вот они сверху здесь кричали. Вы открыли заклинание переворота гравитации. Мамочки, вот это продвинутая магия. Амадей может переворачивать гравитацию предметов. Поднимите предмет в воздух и переверните для него гравитацию с помощью Г. С помощью Г. Ну вот, сейчас проверь, смотри. Подними и переверни. Нет, Г, Г. Не работает. На... А, то есть только на своем, да? И вверх полетит, да, сейчас. Да, да. Ага. Его не обязательно держать, кстати. Интересно, насколько... мощность у него, он тело поднимет, нет? Сомневаюсь. Кстати, не включается гравитация, пока стою на нем. Нет, тело не поднимает. То есть буквально поднять, зафиксировать возможно как-то там. Ага. Что? Великий создатель. Много ящиков, досок и шаров не бывает. Еще дали одну. Теперь Амадей может одновременно создавать 6 предметов. Что? Сразу 6? Не, ну это вообще, конечно. Да не, не может быть такого. Сразу 6. Это как вообще? 6. Зачем? Да что, нам угрожают, по-моему. Говорят, сейчас будет очень страшно. Да, ровно 6. Просто теперь большинство головоломок будет решаться... Нагромождением кубиков? Да, вот. Не уверена. Просто такие. Будем делать вот так. А ты прикинь, как они теперь смогут прятать все вот это вот. Ты знаешь, надо было что сделать, чтобы он не укатывался? Вверху колесиками его класть. Эх, точно гениально. Да нам не нужны уже ваши эти. Мы кубики прокачали. Прошли куда надо. Не нажимать кнопку, да, на всякий случай? Да надо как бы, конечно. Ну да, тут 2 кубика с гравитацией нужно. Давай-ка это один на всякий. I hope reversing gravity helps me find the triplets. Да зачем, если мы можем вот так сделать все? Ну, мне кажется, зря. Наверх, 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 наверх. Угу. Отойди с этих, я не знаю, развалится что-нибудь или нет. Сейчас, секунду. Ай, не достала, ладно. Проверим. О, кстати, смотри. Показывает, какая развалится, а какая нет. Да, она сверкать начинает. Я не знаю. Запрыгнешь? Сейчас. А, нам сюда и надо. Давай мне мой багаж. А справа что там? Не знаю, надо посмотреть. Ну, вроде тупик. То есть тут как-то не подсвечивает. Ну, по крайней мере, мне одной. А, там катушка какая-то, слушай. Слушай, да. А может, нам туда и надо? Может быть. Но мы сейчас поверху, наверное, туда смотри, и пойдем. Смотри, здесь сломано. Поэтому нам в любом случае туда надо, да. Теперь могут одновременно существовать 3 созданных предмета. Это официально. А 6 это... Это что? 6? 6 это через навык. Ставь, ага, вот между. Нет? Подожди, а примагнитесь к
металляшкам этим нельзя? Нет? Нет. Ну, гравитацию им сделай. А, спрыгнуть точно. И обратно наверх быстренько. Да, наверное. Давай обратно. Спишь? Супер. Страшненько. На весу надо будет проводить. Аккуратно. Сейчас я тоже создам тогда доску. Или, или вот так вот сделать, да. Слушай, не надо, не надо. Мне кажется, влево нужно. Зачем ты багаж сюда припер? Ну, зачем? Нам не надо тащить ее налево. Катушку эту. Эта катушка создана для того, чтобы убивать нас, мне кажется. Да? А я либо там внизу что-то еще есть. А я думала там включить что-то, провести досками электричество налево. Ну-ка я пойду гляну, есть там катушка или нет. Подожди, убери. А тут нет. Так в том-то и дело, да. Я думала, что вот здесь вот катушка. Обратила внимание, что там просто похожий предмет. Ладно, давай. Ай. Самоубийца. Я хотел просто... Что? Да я думаю, так можно... Вниз спрыгнуть, посмотреть, есть там что. Это лифт? Да. А катушка с правой стороны? Вот она, катушка справа. Под ней нужно, получается, провести электричество. А, понятно, да. С этой стороны заводи, ага. А, мы лифт просто починили. Да. Поехали? Нет. Давай уберу. Да ладно, наверное, там нет нычки, вряд ли. Поехали. А, держать надо. Держу. Да не. А, ну он бы да, с нами не доехал. По-моему, что сломалось. Отпусти. Я вернулся. Ну как? Не следа тройняшек, но я нашел интересное новое заклинание. Где наш багаж? Зачем я его сюда тащил? Зачем мы его сюда тащили? Я несла, потому что тебе нужно было. Достижение дали.